Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 16. А. Объясни смысл равенств, выражающих свойства сложения и вычитания. При каких значениях переменных А, Б и С они верны? А прибавить Б равно Б прибавить А. Это переместительное свойство сложения. От перестановки слагаемых сумма не изменяется. А прибавить Б прибавить С равно А плюс Б плюс С. Это сочетательное свойство сложения. Значение суммы не зависит от порядка слагаемых и их действий. А минус Б плюс С равно А минус Б и минус С. А минус С и минус Б. Это свойство вычитания числа из суммы. Чтобы из числа вычесть сумму чисел, можно сначала вычесть одно из слагаемых, а затем второе слагаемое. А прибавить Б минус С. А минус С плюс Б. А плюс Б минус С. Это свойство вычитания числа из суммы. Чтобы из суммы вычесть число, можно из первого слагаемого вычесть число и затем прибавить второе слагаемое. Или к первому слагаемому прибавить разность второго слагаемого и числа. Данные равенства верны при любых натуральных значениях переменной. Номер Б. Найди значение выражения, которое обозначается одинаковыми значками, а затем проверь правильность решения с помощью вычисления. 28 прибавить 2 плюс 19 равно 28 прибавить 2, а затем прибавить 19. Получится 49. 43 минус 23 плюс 5 равно 43 минус 23 и минус 5. Вычитание суммы из числа. Получится 15. 56 прибавить 38 минус 26. 56 минус 26, а затем плюс 38. Ответ 68. Вычитание числа из суммы. 43 минус 23 плюс 5. 43 минус 23 будет 20. 20 плюс 5 равно 25. 56 минус 26 плюс 38. 56 минус 26 получится 30. Плюс 38 равно 68. 28 плюс 2 и плюс 19. 28 плюс 2 будет 30. 30 плюс 19 равно 49. 43 минус 23 и минус 5. 43 минус 23 получим 20. Отнимем 5, получим 15. 56 прибавить 38 минус 26. 56 отнять 26. Затем прибавить 38. Ответ 68. А теперь оставим одинаковые значки. Ответ 49. И ответ 49. Поставили значок цветочек. Флажок. Ответ 15. И ответ 15. Елочка. Ответ 68. Ёлочка, ответ 68. Ёлочка, ответ 68. Сложим, складываем смешанные числа. Пример В. 2,1 прибавить 6,4 и прибавить 1,6. 2,1 прибавить 1,6, мы получим 3,7. 3,7 – это 4. А теперь к 4 прибавим 6,4. Мы получим 10,4. Пример 2.
9,3 отнять 4,3 плюс 2,1. 9,3 отнимем 4,3 и отнимем 2,1. 9,3 минус 4,3. Ответ 5. А теперь от 5 отнимем 2,1. 5 целых представим в виде такого числа 4,3. Мы у 5 заняли единичку и представили ее в виде дроби с одинаковым числителем и знаменателем. А теперь начинаем вычитание. 4 минус 2 будет 2. 3 третьих минус 1 треть получим 2 третьих. 5,7 прибавить 1,5. Минус 4,7. Сначала мы от 5,7 отнимем 4,7 и получим единицу, а затем к данному значению прибавим 1,5. Ответ 2,5. 1,2 плюс 2,5 минус 1,5. Здесь мы получаем ответ 2,5 минус 1,5 получится 1. И к одному прибавим 1,2, получится 2,2. 1,1 плюс 2,1 плюс 3,1 плюс 4,1 5,1 и так далее. Мы скомбинируем таким образом. К 1,1 мы прибавим 10,1. Получим 11,1, то есть 1. К 2,1 мы прибавим 9,1. И мы получим 11,1. То есть 1. К 3,1 прибавим 8,1. Будет 11,1. То есть 1. 4,1 и 7,1. Также нам дают в результате единицу. 5,1 и 6,1 в сумме нам дают 1. Сложив все единички 5 раз, мы получим ответ, равный 5. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.